Дорогие друзья, эта передача предназначена для людей, начиная от 18 лет. Если вам нет 18, то лучше не смотрите. Вам будет просто скучно, да и нельзя вам это смотреть. Посмотрите что-нибудь другое. Всем остальным здравствуйте еще раз. С вами Александр Песков. Мы находимся в импровизированной нашей студии на заводе «Чибис» в текстильщиках. Вот. И сегодня мне помогают, как всегда, по традиции. Значит, Крателла с нами. Крателла. Чиби, который имеет свойство падать в самый неподходящий момент. И... Yes. А это что? Как я здесь появился? Подождите. Ну, я просил какого-то знакового блогера, там, фигуру какую-то, я не знаю, там, ну, Олег Коровкин, там, Никита Безварика. Есть же какие-то персонажи там, но в крайнем случае, там, я не знаю, Соловей из Дробей, там, а это что? Драчей. Ладно, короче, будем работать с тем, что есть. С вами Юринов Ильяс. С вами сегодня Ильяс Лоботряс. Вот, и нам с ним предстоит провести эту передачу. Чем же мы будем заниматься с вами? Сегодня мы рассмотрим чекины на нашу марку «Чибис». И начнем мы с пива, с новинки. Помнишь такое, да? Да. Запас Инлей. Инлей. Anyway. Вот. Ну, переведете сами, что это значит, потому что у меня с английским так же, как у Ильяса с русским, там вообще так хромает. Я поймаю по-русски. Вот, короче, попробуй. Ну, чтобы лучше понять. Да. Да? О чем мы будем говорить? О чем тут говорить-то? Вот, что все понятно. Нет, пиво топчик, оно, как всегда, все всех порвало, все попало. Ты что, пробовал? Ну, мне можно. О, смотри, хорошо. Мутненько, желтенько, хорошо. Согласись. Сейчас я налью, чтобы поближе посмотреть, как говорится. Нормалды, по-моему. По цвету, да, красивая, желтая. На улице, конечно, она бы лучше там, но естественно, как всегда. Так, давай. Ну. Давай, вздынь. Послушаем аромат. Ты банку-то не убирай, пускай люди видят, ты чего. А то я уже забыл, что пьем-то. Слушай, знаешь, что удивительно, смотри. Да, попробуем, хорошо. Послушаем аромат сначала. Да, точно. А как слушают твой аромат? Чем? Даже хмелем пахнет. Хорошо. Пахнет хмелем. Таким. Мельком хорошо пахнет. Фруктами, нектаринка чуть-чуть пахнет. Достаточно ярко. Ты уже начал дегустировать, ну ладно, я тоже. Ты на меня не смотри, делай, как тебе лучше. Знаешь, что меня удивило? То оно не синее. Ну и вообще, когда-нибудь в своей жизни топаз видел когда-нибудь вообще? Я думал, что топаз всегда желтый. Я вот тоже не видел. Он синий, оказывается, топаз. Короче, смотрите, оно не синее, ребята. Mm-hmm. Это топаз. Почему? Потому что хмель такой сейчас модный, топаз. Еще фиг найдешь его. Свеженький, самый такой, с последней партии. Мне кажется, перспективный. Согласен. Весьма перспективный, да. Во-первых, все-таки немного необычно уже. Потому что все кладут обычно цитра. Иногда там мозаик. И что звали? Вот раз топаз. Топаз, надо и хоть раз. Слушай, мы здесь не для того, чтобы пиво бухать, а для того, чтобы чекины... Разоблачить обсудить, нечестных чекинаторов. Обсудить, смотри. Итак, ну что, погнали шайбу вдоль забора. Ой, какие красавчики, ты посмотри на них. Саша, ты не то открыл. Конечно. Ладно, в следующий раз будут красавчики. Это я тут хотел порядок навести. Так, ладно. Погнали. Маргарита Счастная, ты помнишь ее? Она была у нас, она, кстати, на прошлых... Не помню такого. Счастная, я еще говорю, хорошо, что не счастная, нет, счастная она. Вот. Запаха не хватает, консистенция не хватает мне. Запаха не хватает, консистенция не хватает мне. Знаешь, вот хочется добавить, такая я вся воздушная, непредсказаемая, непредсказуемая. Или написать спасибо, что не смузи. Спасибо, что не смузи. А что-то это, консистенция обычно. В принципе, 3,75 она поставила Маргарита Счастная в Топроме Бершопе. Ну ладно, натянули 3,75 для такого пива. Ладно, хорошо. Что дальше будет? Влад. Ну, кстати, опять Топроме. Что-то они там доехал до них, что ли? Смачная няипа. Понял, что чибис в Розлив вкуснее. В Розлив, оказывается, в Топруме Бершопе. Чибис вкуснее. Наверное, пока доезжает до туда, до них он уже там... Что-то туда добавляют. Нет, ты видел, 4,5, между прочим. Отличная оценка, на самом деле. Да, это отлично. Очень нравится слово няипа. Это же прям, помнишь, нейпа? Тренд на нейпу. Новый тренд. Няипа, да. Да.
Все пьем не АИП. А вот смотри, Дмитрий Куликов. Дмитрий Куликов, значит, дома попробовал. А вот это мне прям нравится. Дерево и тропики, круто, очень солидно. А ему Александр отвечает: да тебе все нравится. Он говорит: Александр, ну что поделать, человек я такой. Добросердечный по натуре, умею радоваться жизни и принимать ее во всей красе. Ну отлично, ни сноб, ни Бергей, нормальный человек, для которых, вот, для которых вот, стараюсь. Я хочу сказать, Дмитрий, ты наш прям клиент, прямо наша вот целевая аудитория, вот. Такие нормальные ребята, не зашоренные никакие, вот, которые поставят нам 4,5 вообще. И ему хорошо, и нам хорошо. Вот с тропиками прям согласен, вот дерево пока не могу нащупать. Дерево, да, да сам как дерево. Вот, смотри, смотри, Ярослав что пишет. Ярик, значит, хорошо пишет. Ровная, вкусная НИИПа, мучнисто, жирно, с небольшим берном. С небольшим, вот у него есть все-таки берн. Есть, да, подбернивает. Слегка на кончике ножа. В любом случае, чибисы становятся хороши в НИИПы. О, чибисы научились варить пиво? Да. Это, знаешь, даже несмотря на то, что я вот этот ваш молодежный жаргон, вот этот вот «хороши в НИИПы», умеют в пиво, там вот это мне он не нравится, но Ярослава... Будь поближе к молодежи. Ярославу за 4, ладно, все прощается. В Леще он нам поставил, молодец. Хороший магазин, рекомендую. За Ярослава, да, хорошо. Угу. Идем дальше. Идем дальше. Так. О, Чапай. Чапай пишет нам. Яркости нет, а так норм. Ну, кстати, так нормально у него так, фоточка, ничего. Ты уже вот выберись из своей берлоги. Ну, съезди в Шерхаус, там, я не знаю, куда ты. Сидишь там у себя, яркости нет. Конечно, яркости нет. У тебя лампочка-то сколько там, небось? 25 ватт ты себе экономишь? Я думаю, что нет яркости во вкусе или в аромате. Он, наверное, это имел. Я думаю, у него яркости нет. А может, у него это в телефоне вспышка уже села, нафиг, ничего не работает. Чапай, давай, соберись. Давай, добавь яркость. Я думал, что, может быть, человек просто к новому хмелю опасно привык. Все-таки ждал что-то такое более ярко узнаваемое, типа Citra Galaxy и так далее, которые прям придают пиву вот этот яркий узнаваемый вкус, который очередной НИИП, который варили тысячу-тысячу раз и все тысячу-тысячу раз пили. Я думаю, он имел в виду это. Хорошо излагаешь. Только у Чапая, ты знаешь, Чапая? У Чапая чекинов больше, чем у тебя будет через 10 лет, понимаешь? Вот поэтому он... Он как уж, он-то к топазу привык. Ладно, фикс, поехали. Комрад Шер. Внезапно очень достойно. Ой, смотри, с Лениным у него, видишь, с Лениным. Комрад Шер. Внезапно очень достойно, сладковато. Сладковато? Ну, ты по-любому сейчас ластинку почувствуешь, потому что в плацем. Потому что тебя не сказали. Нет. Надо не сладко, нормально, кстати. Нормально, нейтрально. Сладковато, ягодки, фруктики. Немного тропиков. Но если уже ягодки, фруктики, я бы написал немного тропичиков. И деревянненькая горечь. Прям хорошо хмель раскрыли. А, кстати, да, на ПВшке-то чуть-чуть вот деревяшки начинают чувствоваться. Да. Видимо, надо припиться. Сошел-то дерево, да? Надо было припиться просто. Эх, Ильясин. А что, дерево, как будто что-то плохо. Нет, я ничего, очень хорошее. Смотри, что я тут хочу сказать-то. Паренек вот все хорошо написал, да? Но он пишет внезапно. Вот это слово «внезапно», да, «внезапно» очень достойно. Вот до этого было, значит, у Чибиса вот все, вся херня, а тут «внезапно» очень достойно. Вот. А хотя нет, слушай, это же с Лениным он там. Он, наверное, знаешь, вышел из мавзолея, там типа, раз, что это, пиво, да? О, а «внезапно» очень достойно. Тогда прощается ему 4,25 свои. Пускай хорошо, он у себя на ушинке дальше пьет. «Внезапно». Вот это я даже желаем адепту, будучи ништяком. Не ништяком, а нищаком, не знаю. Не пытайся выговорить. Короче, все. Банка от 1.9.23, ну ему пизда, спасибо. Слушай, ну да, это уже... Слушай, вы... 9, уже месяц прошел, все, это уже все. Ну, конечно, ему надо пить. Боже. Неделя прошла от розлива, две, все, дальше... Нет. А вообще, на самом деле, хотелось бы фотографию, чтобы понять, что с пивком-то. Может, оно кисло? Нет, как бы, ну, хотелось бы более адекватный, объективный комментарий услышать. Ну да, девушка, конечно. Что случилось, почему? Есть такие, знаешь, вот не люблю. Вот все, пизда ему, спасибо, 1.25. Лишь бы вот что-то написать, так, знаешь, вот что-то написать. Ну, не 0.25 хотя бы, и на том спасибо. Тоже, да. Ну, не знаю, осадочек какой-то вот. Ну, осадочек есть, но, опять же, как бы непонятно, что случилось. Хорошим пивом осадок, да? Хотя бы узнать, что случилось бы.
и, возможно, отработать вот эту рекламацию, выяснить, что случилось, и просто прислать человеку банку нормального. Слышь, ты нафиг. За такие оценки еще я буду. О, смотри. Опять шер какой-то у нас был. Был шер? Нет, какой-то шер, машер. Нет. А, Ален Шер. У нас Ален Шер пишет. Замутнителя не пожалели. Замутнителя. Знаешь, Лев, вот я иногда думаю, откуда вот в этом женском мозгу вот эти вещи берутся? Откуда, блин, понимаешь? Я просто не понимаю. Вот смотри, вот я один раз купил в магазине сок, да? Начал сок наливать из пакета, у меня тут какое-то говно льется. Я звоню на горячую линию, значит, говорю, так, я вас сок вот купил, наливаю, льется говно. А мне девушка начинает успокаивать по телефону. Не волнуйтесь, это просто плесень. Я говорю, слушай, мадам, но как бы я институт говна и плесени закончил. Я как бы могу различить эти субстанции. Так к чему я это все? Знаешь, такое впечатление, что Ален Шер у нас закончила институт муки и замутнителя. Блин, понимаешь, университет, наверное, даже мне. И она так хорошо в этом разбирается, что вот она теперь... А может быть нет, а может, знаешь... Вот бывает, слышал звон, да, и не знает, где он, несите патефон и аккордеон, да? То есть, как бы, вот, ну, блин, пипец. Чего ты где-то услышала, какой-то замутнитель? Возможно, ты просто, ну, из-за того, что мученистый вкус вот не епа, и кажется, что как будто что-то туда добавили. Ну, вот это вот, знаешь... Нет, а может быть, она где-то знает, что кто-то добавляет, она думает, что мы добавляем. А что, все не епы делаются без замутнителя, без муки, крахмала и так далее? Да, конечно, бывает. Конечно, но только не у нас, понимаешь? Чибис, ребята, я к вам всем обращаюсь. Чибис никогда не использует замутнитель. Чтобы понять не было. Чибис, вот такой, никогда не использует вот замутнитель. Вот этот. Никогда. Я искал на пивоварне, не нашел, к сожалению. Да. О, а я знаешь что, я однажды подхожу к Мише, говорю, Миша, скажи мне честно, может, пока я не вижу, ты какой-то замутнитель туда фигачишь в пиво. Он говорит, Саня, ты знаешь, ну, я, в принципе, думал об этом. Я думал, говорит, но я не знаю, что это, где его вообще берут, как это называется. Так что, если будете, что в комментах напишите, где взять, мы может, да. Попробуем, досыпем. Но пока мы не знаем, что это такое просто. Может, мы бы и засыпали. Слава всему Сене Виноградову. Или у Ален Шера. Она, может, знает. У них там, наверное, да. В университете их учили. Антон Горбатов говорит, вполне сносно. Вполне сносно, неплохое пиво, вкусненькое, слегка опять сладковатое. Давай еще раз. Ну, где же они находят вот эту сладость? Саш, ну ты же помнишь, что была пандемия ковида и так далее? После ковида у всех все позбивалось. Точно. Надо настраивать вот эту вот серединку. Серединку. Поэтому вот вообще много резонансных случаев происходит. Пробуем с человеком одно и то же пиво. Угу. Он говорит, что ему овер сладкое. Я говорю, а мне нет. И мне нет. Потому что я сладко, например, вообще почти не ем, а у меня как бы на это... А кто-то говорит, что это вот это овергорько. А мне нифига не овергорько. Ты... Не, оно было горькое, горчило, точнее, когда вот только свеженькое. Ах, вишь, просто, пока еще. Да, поначалу. Сейчас уже подуспокоил и стало гораздо приятнее. То, что нужно сейчас. Вот да. Она прям в самом нашла. Своем... Да, в соку. Вот Антон Булыгин. Что-то он написал. Антон Булыгин вполне достойно. Ароматизировать только не хватает. 4 балла поставил Антон Булыгин в Бирмаге. В каком, жалко, я не посмотрел. Не хватает ему ароматизировать. Что ты об этом думаешь? Я не очень понимаю смысл предложения. Может быть, это, не знаю, какая-то пасхалка скрытая. Может, там, не знаю, не хватает ароматизаторов сока, фруктов, ягод. Не знаю, что имел Антон в виду. Короче, вот что я вам скажу, ребят. Вот. Чибис. Как я, да, ароматизаторы не кладет. Ну, бывает, ладно, бывает, конечно, исключения, редкие случаи, там, когда коллаборация, когда там, ну, твой партнер говорит, а вот мы кладем, давай и в нашу коллаборацию положим тоже. Может быть исключение, но в целом, нет, это не наш метод, не дождитесь. У нас дедовские методы. Дедовские, да, принципиально, дурацкие принципы. Вот, интересно, Влад Янченко. И что? Не соглашусь с коллегой по тезису «безвкусная хуйня». Вот я тоже не соглашусь с его коллегой. Норм. Но не на 13 бунов. Вода странная. Что такое 13 бунов? То есть, может, 13 букв? Не, а может, игра какая-то компьютерная. Ну, за всем же не уследишь. Слушай, это сошский фестиваль крафтовый. Тогда я понимаю, почему вода странная. Слушай сюда, Влад Янченко. Владик. Если ты прожил и пил воду из реки Сож, то, может быть, тебе наша московская покажется странная. В принципе, ребят, у нас здесь в текстильщиках офигенная вода, просто.
несмотря на то, что мы, естественно, ее еще фильтруем, подготавливаем. Но мы когда сдавали анализ, нам сказали, да вы можете просто пить из крана. Ой, слушай, а сейчас ананасом стало пахнуть. Вот я вот сейчас... А там будет что-то про ананас, подожди. Так, вот Дмитрий М. пишет. Немного в болото уходит, а так норм, даже горчит в траву. Слушай, что-то у нас Дмитрий М. уходит в болото и горчит там в траву. А, это он про пиво про наше. Да. Немного в болото. Или он петербуржец. Нет, 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 он это в Крафт Репаблике, он по Репаблике. Да? Крафт Репаблик, правильно, да? Ну, Крафт Репаблик, сидишь, Крафт Репаблик пришел, а тут какой-то чибис. Да, конечно, надо что-то придумать. Да, что надо. Там, уходит надо в болото, там, да, горчит в траву. Даже не будем париться, тем более 3,75 натянул. Ты вообще раскрылась сейчас. Поболтай его, вообще раскрылась. Я тебе говорил, я тебе говорил. Что ты мне там говорил? Ладно. Короче, Александр Косов. И вот что пишет Александр Косов. Говорит, кошачья моча, свежескошенная трава, опять трава, да, и дыня. Мне нравится. И четверку твердую нам. Косарев ставит. Все хорошо, похвалить его хочется. Единственное, знаешь что, Саш, нафига всем рассказывать рецепты, да? Сейчас каждый возьмет кошачью мочу, свежескошенную траву, ну хорошо, дыни сейчас уже отходят, в принципе, а то сейчас сложнее уже. Смешал, вот, давай сейчас каждый будет продавать тапас инлайдинг. Нифига. Не, давай вот это самое. Секретики, это наши, как бы, наши дела. Не будем. Слушай, а хмель тапас, это не какая-то селекция из мозаика или нет? Нашел селекционера, где я и где там селекция. Ты что? Погуглил. Надо было подготовиться, да? Да. Лучше. А мне некогда, я человек глубоко пьющий, мне некогда. Даже... Ты ничем не интересуешься. Провизирую, да. Что, листаем дальше? Листаем дальше. Спасибо за чекин, оценка. Спасибо, спасибо, молодец. Так, оп. О, тут серьезная. Тут серьезная фигня, Илюха, я тебе расскажу сейчас. Смотри. Тут, короче, Владимир Авин начал писать такое про нас. Он просто захвалил, перехвалил. Я сидел, краснел и плакал. Как будто сам его сварил. Что все, вообще супер топчик. Поставлю 4,75. И дальше варки там и штамов, штатов, штамов, заговор приплел. Мы вот эту вот тему запомним, мы ее вообще... Политику не трогаем. Не политику, не... Политика, считай. В нашем случае это политика. Да, да. Не, короче, мы уважаем все топовые пивоварни. Мы пьем, да и не только топовые. Да, и не только топовые. Мы пьем их пиво сами. Вот. Да. И вот это вот обсуждать, кто лучше сварил топчик, ребята, мы не можем. Мы не можем. Хотя здесь после этого чекина идет обсуждение, если там я не ошибаюсь, где-то на 36 этих самых там постов. Там, о, ребята. Да, я даже дойду почитаю. Вот на досуге. Но я не буду это читать. Но это сейчас. Отдельно там пиво-пушка, да, досуг. Это нормально. Пиво-пушка можно там прочитать. Но вот эти все про другие пивоварни, сравнения там, да-да-да. Вот, не, это не то. Хотя, ты знаешь, между делом проскакивают такие... Сначала он пишет, прекрасный баланс, топовое попадание в стиль, там, сочно, с бёрном, опять трава, грейпфрут, там, не сладко, жирно, сочно, равномерно, то есть все. А потом начинает, да, вау-эффекта здесь нет еще, да, аромат посредственный, но с другой стороны добавь сюда, типа, аромок чутка, вот это мы уже обсудили, да, аромок чутка, вы знаете ответ на аромок чутка, что, нет никаких аромок. Вот. То есть, в принципе, есть еще над чем работать. Никита Иванов говорит, да ладно, в прошлом году они и лучше варили. Может, и лучше варили. А что в том году-то было? Еще год не закончился, мы еще лучше сварим. Не бойся. В общем, все нормально. Все нормально, учиться у чибиса нечему, ну и ладно. Про других мы не читаем. Все. Короче, длинный-длинный такой, длинный-длинный, даже не знаю, как это назвать. Длиннопост. Да, давай смей. Вот смотри, вот интересно, что... Сергей Байрамов пишет просто вот мягкое, легкое бернет в конце. Ну, по пасточкам же. И ставит 4. Ваша, это знаешь, как песня-то. Мягкое, легкое бернет в конце. И, короче, и пьет он это в цинике. Ну, какой? Там, наверное, должны циники собираться. Он не циник, нифига. Не, он очень так весело, жизнерадостно. Слушай, четко по полочкам все, да. Просто как бы. Вот чего хочется от пива, на самом деле. Не очень хочется иногда вдаваться в подробности, там, как раскрыт хмель, там, аромат и так далее, углубляться в стилистику и так далее. Иногда, знаешь, хочется просто пиво попить вкусного. Угу. Надо запомнить, мягко-легко, да. В конце можно про любой хороший пиво. Ну, кроме лагера, конечно. Ну да.
Иван Белобородов, да, на фотографии бородатый, у него не... А, это он красный вообще-то, это фотошоп, ну ладно. Это не фотошоп, это этот самый, освещение. Фильтр, короче, фильтр. Сам ты фильтр. Фильтр у тебя знаешь где? Пишет, вкусный, не... А, вкусный НЕ. НЕ, конечно. Ну, конечно. Да, Таня, учи сленг молодежный, господи, наконец. Это, видишь, вкусный НЕ. Ну, не понял, бывает, не понял. Потому что ничем не интересуется. Я же четверку поставил в Бервольфе. Все, молодец. Все, отлично. Иван Белобородов. Бервольф, привет, кстати. С красной бородой, спасибо большое. Молодец. Дмитрий Же, что он там такой? Тут много чего-то, много. Чибис на данный момент самая недооцененная ру в армии НЕ. Я тебе скажу больше. Я с тобой согласен, Дима. Чибис на данный момент вообще самая недооцененная пивоварня России, потому что пиво офигенное. Просто народ еще пока не все об этом знают. И опять начинается штамм, заговор. Не-не-не-не. Это мы все пропускаем. Спелые тропики типа манго, сладкие цитрусы, трава, бодрый хмель. Кто нам писал, что хмеля не бодрый? Бодрый хмель с бёрном. У нас даже без бёрна. Нажористо. Из минусов опять мало ароматики на нос. Значит, видно, куда-то еще у него есть ароматика, а вот на нос мало, это получается. Почему? Но за 4,5, да господи. Слушай, у нас вообще в российских НИПах так-то мало ароматики в нос всегда идет. Как бы, если сравнивать вот со Штатами, пока действительно так. Вот нет такого вау-эффекта, что открыл банку и прям распахлось вот на все помещение. Не знаю, я себе таки не могу позволить, это вы там зажить. Да, конечно, конечно. Это, знаешь, раньше... Раньше-то была я. Вот, смотри, что, Артем Степанищев. Точно, опять трава. Сочно, трава, цитрусы, хвоя, смолы в аромате. Очень вкусно и многогранно. Слушай, там такое описание, я бы прям вот не знал, что за пиво, что за стиль и так далее, я бы просто это купил, не глядя. 4,75, между прочим, он нам поставил. Кстати, стаканчик Айнгер, между прочим, респект таким парням. Ну все, да, Артем, не, ну стаканчик Чибис тоже неплохо, на самом деле. Но все, молодец, молодчинка. Спасибо, Артем. Робот Бирбар. Интересно, где-то. Подожди, подожди, многогранная, да, многогранная. Вот я говорю, я прям сейчас резко стал еще на нас навесок ко всему чувствовать. Да? Ну, за это мы тебя и держим, чтобы ты хорошо разбираешься. Я ковидом просто болел. А, правильно. Не, да, многогранненько, многогранненько, наверное. О, Артем М. Еще Артем. Артем и нам что-то в последнее время хорошее слушайте. Это крушение стереотипов. Иногда полезно. Неожиданно от этой пивнухи. Дальше. Мутно, сочная, хорошая, болотная гуща. И хмель есть сухой и колкий. Ну, хоть хмель есть. Короче, знаешь, даже не буду растекаться там. Этой четверку поставил этой пивнухе. Да, это отлично. Колдырь. Все, давай дальше. Хорошая пивнуха у нас. Хороший колдырь, четверку поставил. Все, короче, вот смотри. А это что, у нас последний на сегодня, да? Ну, я не веду на этот стиль. Ты что-то там скипанул один. Да нормально, хрен с ним. Да не мог я скипануть, ты что? Ты там где-то в середине что-то скипанул. Да бог, господи, ладно. Знаешь почему? А вот это я оставил на конец, потому что Сергей Сазанков нам в офлайн-линии, он очень так душевненько. Просто великолепно. Ароматика свежайшего, свежевышитого сока и трав, опять трав с цветами. Во вкусе сладость чередуется с горечью. Уклон в сладость опять. Горечь минимальна. Очень насыщенно и очень вкусно. И снизу, снизу, веденей, веденей под сам. Чибису хорошей зимовки. Ребят, спасибо вам за хорошие слова. Да. Да? Спасибо за добрые слова. Вы нормальные пацаны, не, как сказать, не подвержены какому-то дурацкому влиянию. 4,25 нам поставил Сергей Сазанков. Веденей пожелал хорошей зимовки. Давай мы тоже всем, как бы, нашим... Обрати внимание, 190 тостов под этим чекином. А, вот. Смотри, серьезный человек, мы это подписали. Кстати, Сергей иногда собирает интересные ивенты по поводу поездки там по какому-то кольцевому маршруту, большому электричке, и чекином пива на каждой остановке. Интересно, интересно. Поэтому добавляйтесь к нему, друзья, и, собственно, участвуйте в его ивенте. Понятно. Ну, нам-то с тобой хорошая зимовка не грозит, мы в теплые края не улетаем, как чибисы, мы тут будем... Будем снабжать вас хорошей продукцией. А так, кто может, всем хорошей зимовки. Ребята, спасибо большое за, как бы, за эти чекины, за эти похвалы. Пиво действительно нам понравилось, очень хорошее. Всего доброго. Но если бы не понравилось, я бы его не пил.